В результате получилось 8 работ. Их завершат в студии. Авторы говорят, что в заповеднике их вдохновляет прежде всего нетронутая человеком природа, которая дополняется мягким климатом. Сегодня нам повезло с погодой. Кстати, дорогие мои, это ноябрь месяц. Уже даже и ноябрьские праздники прошли. И мы тут, в общем-то, одеты по-летнему. И вот так вот, чтобы художник в ноябре стоял и спокойненько в рубашечке с короткими рукавами работал, это в нашей стране, в России, редкость большая. Это только вот можно здесь, на юге, на Черноморском побережье, поймав погодное окно, позволить себе выйти с этюдничка и вот так вот помалевать. Вот так вот приятненько. Вот так вот потихонечку. Где кисточкой, где тряпочкой. Все, так вот пошел.